Всем привет, с вами я, Ири, это Акс Фатальс. Чем делали в прошлой серии? Пошли крипту, ну, как пошли. Достали с нее щит только. По факту мы до конца это не закончили. Крипту там еще 2 уровня есть, но мы пойдем позже. Осталось еще пара мест, которые надо сходить. Не, ну на самом деле-то и до прохождения игры еще далеко. Ну, мы чуть-чуть перевалили через половину. Нам надо найти одну руну. У нас нет 2 рун всего. Еще денек в раю. Довольно странно, кстати, что у нас одна руна не попадалась. Я там все почекал, где я прыгал. Сестера давней. Хотя сейчас мы кое-что проверим. Чё гадость-то? Какой-то конечно ходили. Да, вот это. Да, и нам осталась одна всего. Кольцо невидимости. Бутылки. Чем от яда. У меня есть противоядие. Да, руну мы выучили, в общем-то, все. Мы нашли ключ в одну из гробниц. Нам осталась одна руна. Устал. Наверное, мы ее сейчас не пойдем. Ну, типа, можно, конечно. Но я не думаю, что у нас получится. Я немножко морально не готов туда сейчас идти. Дракона. И вот там не обязательно плать. Я думаю, что я сначала схожу просто на драна и получу лагарк. Нам надо на который ярус. Который... Вот, сейчас пройдем все загадки сестер драны. Вот после этого можно будет действительно, наверное, попробовать только. Вообще с ним можно просто договориться, конечно. Мы поджидаем, прям убить. Не то, что это прям... Не страшно. Если что, я за кадром... Что? Я за кадром делал себе кучу зелий. Можно видеть, по-моему, инвентарю. Не все сделал. Не все сделали, Так, а мне надо куда? Вот это вот куда иду. Это ведет наверх. Надо вниз. Это куда ведет? Если бы картография в Аксе бы не сосала, было бы 10 раз проще. Тебе надо всего-то навсего сделать просто на карте, область видимости больше. Так как она сосет бибу, как бы не сюда. Приходится тратить кучу времени на выяснение, только тебе надо. Потому что может быть, конечно. Так, вот это куда.
Может быть, конечно, карта не очень большая. Отсюда мы пришли, правильно. Стоит сделать вот так. Вот эти прохождения по периметру, они нифига не помогают. Да, это тоже на миг. Пошли, 10 кроликов, не сражался. Спуск-то дальше. А! А я знаю. А спуск-то дальше был не здесь. То есть, может быть, здесь он тоже был, конечно. Вот здесь вот. Что делаю? Не жмало зелий как-то, правильно? Можно их просто расходовать. Вот это. Сейчас я сбегаю в одно место, если это не там. Значит, подойти через четвертую дверь. Да, вот. Должно работать. Чё, пёс? Нет, это не сделать. Ещё я грабу. Так, блядь. Я еще не могу сотворить такое заклинание.
хочу на кушнушку вставать, давайте спину. Немножко не уверен, возможно, идет в какую-то часть, которая мне была. А может и были. Просто я тупой. Сейчас не знаю, тупой или нет. Ну, лучше стопаузу. Сейчас обратимся. А, это на четвертую. Да. Все, я тупой. Ну, как бы я не очень тупой. Я говорю про пятую, на четвертую. Изучили. Деньги. Самое универсальное состояние Макс. Полезно везде. Ледяное хорошее. Денег нам уже 15 тысяч. Было бы на что тратить. Больше одной. Царский прям. Так, костер, тарелка. Ничего нет. Костер. Целая нихуя. Ну и все по сути. Белка домой, правильно. А нет, нет, нет. А, ну так не. А это видно. А, у нас есть. Покупку хоть и сюда. Курицу забыл, я не. А, ну это, собственно, подъем. Thank you.
драться с ними, ну, я надеюсь, не будем. Подойти. Вот дальше, да? Седьмой уровень нам пока рано. Ну, стрёмный в целом. Чудесно. Транзит, ну, скорее. Восьмой, там, ключок. Ну, собственно, нас как-то, на самом деле, светом отправляет нужно на комплект. Даже идти не по геймдизайну. Мы ничего не нашли. Ты не пропустишь меня? Есть один путь, гость из Нордена. Пройди между двух змей и встретишь нашу великую мать. Она и только она поможет тебе найти загадку. Ты и есть Траш, или предпочитаешь называться Амшигар? Я Залнаш, великая мать Ордена Эдерней. Называй меня как хочешь. Я здесь потому, что мне нужен загар. Интересно. И почему ты считаешь, что Орден поступится таким предметом в твою пользу? Все просто. Акба готовится к полному воплощению в Арксе, дабы уничтожить в этом мире все живое. Я единственный, кто способен остановить его. Но мне не обойтись без легендарного Загарка. Отлично. Но трудность не в том, чтобы получить Загарк, Страж. Загарк ничего без своей сестры Крагу. Этот союз может защитить твою магическую энергию, а Крагас украли мятежники. Ланшер все никак не может вернуть ее нам. Я найду Крагас. Найдешь, если уже не нашел. Но и не в этом трудность. Уничтожить Акба — главная задача. Но прежде ты должен выйти победителем из состязания, понимаешь? Такое испытание проходит каждая кандидатка нашего ордена. Надо пройти через храм иллюзии. Если преуспеешь, возьмешь Зогарк и не будешь обманут всеми иллюзиями Акба. Вот ключ от храма. Воспользуйся им. Всем для иллюзий не работал. Фигаешь. А, там. Ладно, не буду спойлерить. Чем? А, отсюда мы кстати, тогда пришли. Видимо, в этом.
зачем? Я не очень понимаю половину смысла половины заклинания. Заперто. Да, не слишком здорово. Кажется, я повредил инструменты. Да, не слишком здорово. Ну ладно. Я не очень хочу читать книжки, если честно. Ну, здесь можно было видеть. Так. Тоже что ли? Так. Видимо, нам кто-то туда идти. Кто-то нам дает или что? Тут не так много проходов. А что сюда еще? А, здесь. Так. Тут у нас ниже, да? А здесь просто закрыто. Путь твоей судьбы ведет тебя к храму. А. А где храм? Помогите. А.
Скажи мне это. Не то пожалеешь. Да я убрал. Началось. Заметьте. Сам. Где сохранилось? Все лишь искал походки из вашего кучу права. Где ваш храм? Долбайте. У меня почему-то ощущение, что кухня нет в кухне. Выглядит как портал. Так, ладно, сейчас. Прими вызов храма. А, вот он. Вот так на самом деле этим очень часто бесит. Да вообще ни хера не ясно, что надо делать. Надо просто топчиться на пустую носу. Заперто. Слабый. Пользуется сокровищем, где меч присоединяется. Thank you.
туда, по-моему, выстрелить надо. Вот типа даже видно это место. Врагов здесь... Это... Здесь надо нажимать рычаги... Последовательно. Проблема в том, что все камеры одинаковые. С рычагом вытянуть предмет. Рыба. Рыбов. Куриная ножка. Хлеб. Можно гриб на самом деле сюда вообще. Давайте к ним. Маленький, конечно, надо было бы видеть. Морковка. Кстати, не знаю, могут они повторяться вообще. Нет. Они рандом сильно. Рыба. Thank you.
Их мы здесь и собираем, в общем-то. Вот, забавно, конечно, что что-то они, кажется, перестарались в Аксибертале системы. Холодно. Саша вообще жрать особо не жаждет. А, ну это спектр. Что-то я... Где-то я не знаю. Я голоден.
секрет есть. Одна вот здесь. Ага. Так, если тут куда идти, то у нас тут шар. Так, вместе, короче, получается крагость загад, правильно. Тут встреча в кустарный грот, так у нас тебя могут задать. Мне казалось, кстати, что такое тот самарь. Присоединяйся! Ты, как и я, пленник Нодена, и лишь я волен освободить тебя. Не предавай же свободу! Что проку быть рабом в Нодене, если мы можем вместе, как боги, править миром? Иди со мной, страж, и я обещаю тебе власть, о коей ты не мечтал. Так, нам придется надо надеть крылья врагов и пойти. Сейчас спортируемся в АКС. Наверное, там заканчиваем. Так.
в общем, всем спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если вам понравится. Понравилось. В следующем видео мы пойдем прямо по разрушать метеорит. Вот. Может быть, кстати, мы сначала сходим к дракону. Возможно, это хороший план. Посмотрим. Я не уверен. Я помню, что вроде бы дракон это сайт все-таки. Вот. И уже будет довольно близко к концу. Ну, не очень. Видимо, еще видео 3-4. После следующего тут все 4-5 скорее. Мы еще. Нам надо еще сходить на 7 уровень, на 8. Там жопа. То есть по секрету скажу ничего. Нам надо сходить на 2 еще уровня крипты. Я не помню, просто крипты. Технологии меня забили. В общем, крипты, конечно, крипты. Ну, в общем, да, есть еще куда сходить, есть еще что поделать. В общем, всем спасибо еще раз, что смотрели. Еще раз ставьте лайк. И до новых встреч в следующих видео. Всем пока.